Нормально все. Все порешали. Угу. Он не сегодня был не такой адекватный, как вчера. Наоборот. А, еще хуже был? Нет, лучше. Ну, я так. Он протрезвел. Ну, он извинился, все дела. Ну, знаешь, нам вчера таких гадостей наговорил с Гагарином, что мы просто взяли и свалили с ним. Куда? А мы в Дискорде были, короче, и, короче, с ним один, ну, вдвоем поговорили, троем, получается, поговорили, ну, короче. Гагарин вообще с ним перестал общаться. Кто перестал общаться? Гагарин, да, Витька знает, кто это. А что, он вернулся, кстати? Да, я его к себе забрал. Гагарин ФБР раньше был, помню. Ну, а теперь он у нас. Я видел. Гагарин вечный НГшник. Да, вот и что он.